Опять ты, что ли? Человек-паук. Ты задрал. Ты сколько можешь ты это? Да чё у тебя за друзья? Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить Человека-паука, и это у нас 13-я часть. Я правильно все помню. 13-я часть, да? Поэтому погнали, мы там что-то... Мы Ли посадили в прошлый раз. Ли посадили, и мы довольны этим. Блин, он будет кричать, если придется как-то относить его, что ли. Он кричит. Нужно зайти проведать Дока. Ой, короче, ладно, сейчас я его отнесу все-таки, раз он начал орать, а не петь, поэтому... Ну что, продолжаем, да. Мы что тут остановились-то, я не помню. Звезда интернета, побочка. Давай вы... А, нам в ту сторону. Давай вот эти вот выполним тогда, вот это, вот это, вот это. Пути тогда, вот так вот прям дорога идет хорошо. Погнали. Мы еще искали кошку, где надо быть. Она явно не тут пока. Ой-ой-ой. Это я так мог кого-то головой ударить. Точнее, ногами в голову. Блин, да что ж такое-то? Готово. Ага. Где? Где враг? Враг вот. Ну пошли. И снова звонок из тех, что участились в последнее время. Говорите! Мистер Джеймсон, я так стопэ, ребят! Ай! Что-то это больно было. Ты не того ударил. Вот этого. Блин, да не стреляйте по мне, дураки. Двоих сразу? Не, не должно было быть так. Что происходит, блин? Гранатометчик где-то. А, это вон кто. Он дох? Он не дох! А что это такое? Как много народу-то здесь. Ай! Кто попал-то по мне? Ты это вообще на разминку вышел, походу. Это последний? Вроде... Нет, еще где-то. Вот теперь все. Охренеть, их много было. О, меня не обманешь, мистер Бука. Что такое? Я знаю, что нравлюсь тебе. Это не то. Ладно, все нормально. О, новый уровень. Что там? А, одно очко всего. Не сюда-то надо. Тогда не судьба. Хотя можно тут прокачать, что это такое? Не, не буду. Это прокачать я не буду. Большим трудом противостоит демонам. Да, большим. Так, куда мы идем-то? Мы идем вниз, вот сюда за рюкзачком, потом за голубем. Уйди. 300 метров всего до рюкзака. Это прям быстро. Блин, ну ты удобно сидишь, конечно. Что это такое? Я разработаю ткань, поглощающую звук и свет. Мне пригодится костюм невидимки. Это невозможно.
А, нет, мы же видели технологию. Как он не изобрел до сих пор тогда? Странно. Так, голуби пошли поймаем. Что-то звук был, как будто смс-ка пришла. А, это в меню. Это из меню. Это Соболь контроль. Доложите обстановку в Коламбии. Коламбии? Это демоны. Где? Не знаю, где. Нам сейчас за голубем гоняться. Да блин, у меня голубь. Не улетай, пожалуйста. Да почему ты не летишь? А голуби едят пауков? Блин. Так, он на меня летит вообще, походу. Ой, блин, какая у него скорость огромная. Ладно. Отлично, 9 из 12. Ух ты. Фига, удачно как. Так, давай вот это берем. Приземлился на машину. Что это? Нам сейчас вниз еще. Каждый день в каждом пути я становлюсь лучше и лучше. Ага. Ну это типа с каждым моментом я становлюсь все лучше и лучше. В этом имеется в виду, походу. Пожалуй, помогу тем, кто не взрывал ратушу. Стопэ. Вы сейчас, наверное, злитесь на меня. Ну зачем было взрывать город? Успокойся. Я что-то так полетел легко. Ай. Так, кто приехал? Кто-то попал по мне даже. Пришла подмога. А то я уж боялся, что смогу победить. Ай. А что это с ним? Чё он так быстро гоняется? Это нормально? Да чё на прогулку-то вышел? Блин, они вообще что-то делают? Они около них стоят просто и все. Хорошо, что я был тут. Демоны почти победили ребят из Соболя. Да. Было весело. С таким уроном, конечно, они вряд ли кого одолеют вообще, в принципе. Это... Какие-то шансы есть кого-то одолеть у них. Так, вон туда. Где-то 200 метров. Что? Вот поэтому Джона мне неплохо платит. Внимание, что это такое? Всем машинам у рюкзачок. Да ё-моё, что ж такое-то? Погодите. Да. Даже бедняги, живущие в канализации, уже слышали о безумных. О, это же прощальная открытка от коллектива Daily Bugle. На ней сплошь милые люди. И Джеймсон. Я буду скучать. Помни нас, когда ты... Я не знаю, что дальше. Что-то канцел... Что-то знакомое слово, он часто встречается, но никого запомнить его не могу. Что-то в будущем. Мне плохо... Свет в будущее. Отлично. Чего, блин? С тобой. Отлично было познакомиться с тобой, наверное, что-то. Или типа... КСД, короче. Так, чё, где они? Ладно, идем, 200 метров. Еще одно преступление, обалдеть, сколько можно? Кто вы тут? Пора им перестать обижать слабых. А, это вообще чуваки, которые ничего не умеют.
кроме вот этого. О, ребят. А, ты не прицепился, что ли, лол? Дай-ка тебя отхерачь-то. Ой-о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 й. Что, неприятно, когда вас бьют? Ну, вы обдумайте это. Блин, он на углу... О! Ай! Блин, извини, ты даже то был недостоин. Ладно уж. Раз попал, так попал. Что ж теперь? Да ё, ты серьёзно, что ли? Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Обойдётесь. В этот раз бить Человека-паука. Так, начать удерживать. Что это? Дрон опять, паучок? Пит, эта станция отслеживает GPS-чипы, вживлённые в птицы других животных. А, в птицы, я же думал, в человека. В окружающей среде, как хотела мама. А ещё улучшает GPS-сеть от Корп, как хотел папа. Короче, все в порядке. Наверное. Блин, ты мне... Я должен был сразу сказать тебе не тратить на нее время. Ты заставляешь меня за птицами гоняться. Может мне выследить сбежавшего паука-бота. Это потеря не из дешевых. Ладно, я усилил сигнал связи на другом паука-боте. Он сможет отследить братца. А, сейчас опять то же самое, что до этого было. Где мы что-то какие-то... Обычное дело. Выгуливаю в парке своего паука-бота, как все. Что это? Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паука-бота. Ну это как в прошлый раз было. Белка. И чё? А, вон. Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Да. Да дай выбраться. Бип-бип. О, здесь уже видно хорошо. Да, это что-то не видно было. Куда идти? Вообще удачно теперь. Я прогнал алгоритм поиска в узких местах. Эта труба подходит. О, нет. Надеюсь, его не сбили. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Это я типа проиграть могу или что? Он вроде оказался окей. Путешественником. Все окей. Блин, как он такой сам определяет, куда идти? Это же дрон. Футбол. Где он? Ну здесь он не пройдет. Мысли. Случилась тревога? Что? А если я напугаю птицу, она уронит паука-бота и сломает его. А этот голубь силен. Он в смысле? Тренажерке клювом не щелкал. Что ты делаешь? Отпусти меня. О! А, еще один дрон. Вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паука-бот. Нифига. Я поймал пернатого клептомана. Хотел сказать только голод-похититель. Начнем спасательную миссию. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот а второй? Говорить. А что это такое? Придется доработать паука-ботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку. Ага. А что ты его не взял? Ну а тут дальше уже можно... А, вот это еще, смотри, еще по пути. Давай-ка заглянем. Блин, как много всего еще делать. Обалдеть. Просто ужас. Это что такое за, что это за башня? Аскорб? Мне показалось просто Старка башня. А башня Старк это башня Мстителей? Что-то я не знаю. Так, мы почти прибежали. Нашим дурачкам, которые тут город совершенствует. Где-то здесь поворот надо. Опа, выполнить.
Блин, ну по идее у него скучная так-то жизнь. Ну так каждый раз путешествовать по городу туда-сюда. Ты же с ума сойдешь. Серьезно? Нет. Можем подраться, а можем, скажем, пожарить шашлык. Тихо, блин. А, ты сдох, что ли? Смотри, как его удачно кинул, обалдеть. Я так запланировал вообще-то. Без лишних церемоний. Мы ничего не скажем. МД, прибыл по третьему адресу. Похоже, тут офисный маскарад. Тогда ты должен хорошо вписаться. Только не начинай с ударов в лицо. Да. Сдается мне, отдел кадров не будет от меня в восторге. Блин, его нельзя было бить. Кто где? Кто стрельнул? Пока. Блин, ну они так в одиночку, конечно, это... Дверь закрой. Нормально. А ты откуда тут взялся? Тихо! Ай! Ты чё себе позволяешь? Ай! Да ты задрал, ты же забыл о тебе. Чё ты там умеешь? Чё такое? Чё он не бил-то? Да, блин! Кто? Где? А, ещё пришли? А почему он не бьется сразу? Не, ну он отсюда не попадет по мне. Чувак только ко мне ушел, а тут вдруг. Смена караула, да? И хорошо. Атака 4 из 6, ай. До свидания. То есть, судя по всему, делают мебель на заказ. Насколько вижу, это опасно. Похоже на оружие. И как бы это не удручало, кажется, оно все-таки не ручное. Да сюда. Ассасины-хипстеры будут разочарованы. Мебель опасна. Кого бить-то куда? А, вот он. Да вы чего по одиночке-то стоите? Атака 5. Не то, чтобы я не рад вас видеть. Просто... Нет, подождите. Я правда не рад вас видеть. Да ты задрал свои ты так и странный. Да ты... Ты что делаешь? Ай! Кого убить-то? Тихо. ХП. Блять, какого? Нет. А, нахуй. Так, последняя атака. Еще прибыли. Может, обсудим это за фруктовыми кексами? Так, это близко уже. Воу, это что было? Да. Что это? Ха-ха-ха!
но мне нужно было его убить. Так, окей, это тоже готово. Текс, это тоже готов вроде бы. Нет! Гранатометчики чем больно бьют. Но это конец, это все, это победа. Ты живой, что ли? Нифига ты прочный. Этот чувак последний был прочный. Он держался как мог и создал звездочку в конце. МД, звони в полицию. Нали в фабрике. Безопасно. Отлично. Это уже победа, когда оружие исчезает с улиц. Ой, как это долго выполнялось-то. 20 минут уже прошло, 20 минут, обалдеть. Сейчас, секунду, все нормально. Так, сюда. Офигеть, никого нету. Никто ничего не крикнул там, что произошло что-то на улицах, надо пора помогать. Удивительно. Так, что это такое? Грязь какая-то. Пит, эта станция наблюдает за морской живностью. Тут у нас есть набор лекарств на любой случай. Симптомы некоторых болезней — это то, что не должно случаться с живыми существами. А мне так действительно лагает или нет? Просто... Похоже, у этой рыбы бактериальная инфекция. У меня игра-то не лагает. Надо разобраться с этим, пока она не попала на чей-то стол. Этот антибактериальный спрей должен вылечить рыбу. Надеюсь, нет. Надо только опрыскать воду. И быстрее, пока люди не подхватили болезнь. Они не подхватят. Сначала доберусь до порта. Должна болезнь быть, которая передающаяся от людей, к людям, от животных к людям. Проблемы в тех бочках. Нужно достать их из воды. Зовите меня дружелюбным соседом-мусорщиком. Ну, отлично. Эти бочки умнее некоторых злодеев, с которыми я дрался. Да, их тяжело достать там. Вон еще бочка. Мужики, отойдите. Это небезопасно так-то. Разобрались, это идеальная точка для опрыскивания. Чего, теперь в воду прыгать надо? Распылить вакцину. Если распрыскаю равномерно, остальное сделают течение. Ну ты нашел, конечно, где это распрыскивает равномерно течение. Тут прям течение просто обалдеть. Везде. Рыбы передадут ее друг другу. Что хорошо, потому что я не хочу гоняться за каждой из них. Убрать бочки и что-то распрыскать вакцину? То. Еще что ли зона какая-то? Да ладно! Они являются источником заражения. Избавлюсь от них. Что хорошо, в бочках они не стреляют в меня. Блин, ну это вообще прям беда. С другой стороны... Эти бочки не понимают моих шуток. Да. Он не плывет. Блин, потом тут еще кататься, распрыскивать. Это, надеюсь, последняя зона. Это потому что очень скучное задание. Это очень интересно. Можно опрыскивать. Да иди ты на дебаля. Ну же, рыбоньки, это для вашего блага. О, две сразу за одну распрыжку. Вот поэтому я не держу дома рыбок. А Джеймсон потом расскажет, что Человек-паук отравляет воду. А он такое уже говорил, кстати. Наподобие говорил.
Ладно, найду подходящее место для сбора проб. Рыбки уже должны выздороветь. Все чисто. Ну, по портовым стандартам. Эпидемия остановлена еще до ее начала. Аскорб будет вынужден признать пользу от этой станции. Ладно, пускай признает. Что ж теперь? Что это? А, там фильтр какой-то был странный. Так, нам куда идти-то? А где желтая точка-то, погоди. Так, вот она, да? В принципе, вот это можно выполнить. Но я не буду. Пойду сюда и просто перейду. Что? Там пути ничего нету, в принципе, поэтому. Просто телепортнемся, и все хорошо будет. Блин, я надеюсь, он так не лагает, а просто что-то жуть как лагает. Вот на кодировщике, я не знаю. Погодите, дай-ка я сверну, посмотрю сейчас. Так вот сделаю. Так. Что происходит? Здрасте! Паркер! Нам есть что? Отметить? Отметить. Ладно. Стойте. А что с костюмом? А, где руки? Ты их продал? Ой, все, понеслась. Понеслась. Ну как вам удалось? Это не тот кадр. Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово. Это очень странная фраза это была. Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Там YouTube, он впечатляет. Так, погоди, то у меня это свернулся ОБС и не развернулся. Иди сюда. Так, ну он сейчас вот не зависает, все вроде бы, все вроде хорошо. О, а теперь? И сейчас нормально. Но котировщик перегружен. Но зато теперь не подвисает. Вроде бы. Но есть маленькая ошибка. Ну-ка, давай, что за ошибка? Скачок напряжения. Думаю, это легко исправить. Ну, вот в эту сторону надо идти. Смотри, вот так. Не-не, пока не трогаем это. Сюда! 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 Это... Сюда! Поворотов больше нету. Прицел, зачем вот это надо еще? Сюда? А, вот зачем. Ага. Окей. И сколько нам нужно? Два нужно. У нас есть 5, то есть надо минус 3 сделать. Но это без проблем вообще, это вообще ерунда. Это легчайшее задание. Что такое? Посмотрим, вышло ли. Критический сбой требуется проверка дополнительных компонентов. Нет, все серьезнее, чем я думал. Это довольно сложно, кстати, эта штука. Ну, мне кажется, сюда надо. И вот эти две взять. Мне так кажется. А, это нельзя так повернуть, да? Блин, это заблокировано. Тогда вот это давай. Куда их можно поставить-то? Что-то какая-то кривая. Вот так вот. И крутись. Вот так вот. Это сюда получается тогда. У нас есть плюс 2 сейчас. Нужно 5. Ну, надо вот эту брать, скорее всего. Это получается 7. 7 все равно мало.
3 надо еще. 8. И теперь я могу вычесть 2 и 1. Вот. Эй, куда? Надеюсь, получилось. Требуется проект дополнительных компонентов. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Не знаю, сейчас посмотрим. Но надо проходить через вот это точно. То есть сюда передвигаем, это сюда. Это двигаем вот сюда. Это ты что так стало странно? Ты так не подходишь, погоди-ка, так не делай больше. Так, ну нам тоже вот тут походу придется поворачивать, скорее всего, мне так кажется. Иначе бы это так... А зачем? Стой. А, типа, чтобы пятерку убрать. Ну тогда да. Тогда стоит поворачивать. И здесь по прямой, здесь по прямой, и где еще по прямой? Вот здесь. Смотри-ка, 4 уже есть. Нам нужно 5. Ну. Давай поставим. Сколько тут вычесть можно? Можно 3 вычесть. То есть надо поставить 8, чтобы было. То есть здесь мы ставим 8, чтобы было. А здесь вычитаем. А-а-а, вот тут вычитаем 2. Ну уже. Похоже, Питер Паркер не сможет ничего сделать. Тут, дорогие, краткосрочная амнезия, долгосрочная амнезия, деградация лимбической системы. Сколько процентов? Отек лобной доли 94%. Ну, ему, короче, конец. Высокий риск изменения характера и личности. Плохо дело. Доктор? Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Ой, он еще 2 добавил. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни... Я не чувствую себя неудачником, а лишь самим собой. Всё, понеслась. Вот, вы не неудачник, но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Так, ну он очень опасный становится какой-то. Не волнуйтесь. Мы исправим. Я продолжу. Поищу только ошибки. Не одевай эту штуку пока что. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. Мне нравилось, как его показали в первой части в таком плаще. Прикольно было. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Да успокойся! Ты что-то... не знаешь, что тебя ждет. Что-то этого Осборна просто все ненавидят. А он сам-то еще такой же. Он же там этот гоблин. Да, нарастает напряжение какое-то. Сейчас Ли выйдет потом, вытащит из тюрьмы всех своих приспешников. Да. Все максимально херово так-то. Так, ну можно пока сюда сгонить, заданий нету. А, есть. Майлз. Привет. Привет, Майлз. Са, погоди. А ну да, туда по пути как раз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем.
Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь, они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Окей. Как-то он слишком мудро говорит для своего возраста, мне кажется. Надо срочно обезвредить бомбы. Да ты чего не прыгать-то? Он паутину не цепляет у меня почему-то. Чё там? В смысле? Его разбить надо сначала? К счастью, никто не пострадал. Надо было замотать их. Я забыл это. Ладно, не страшно. Так, вот и все. А, вон что происходит. Это мы успели, тут время-то навалом. Уйдите нафиг! Можно лучше. Нормально, сойдет. Что это было? Извините. Странные голоса какие-то были. Это голоса в голове были? Что это сейчас было? Да ты едь своей дорогой, не надо на меня обращать внимание. Я обычный человек, который просто летает на веревке по городу. Контроль, как дела на Union Square? Блокпост атаковали демоны. Да ё-моё, ладно, сейчас поможем. Где? А, они наверху же. Лучше... Жители верхнего этажа от вашего шума совсем не в восторге. Стреляй! Что за фигня? Да ты упади отсюда! Поздравляю, вы взяли подрывника из ратуши. Какой? Мы взяли его. А, это лучше. Я о том, что в последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. А, стой, это не тот. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Ну, это легкое без задание. Без самолета, так. Без чемодана, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер не надувал твои паруса, ты это заслужила. Ну да. Хотя, когда это все закончится, это никогда не закончится. Судя по тому, как тут появляются враги постоянно. Опять ты, что ли? Человек-паук. Ты задрал. Ты сколько можешь ты это? Да че у тебя за друзья? Политическая ситуация. Наша футбольная команда уехала на игру и не ну и... А я че тебе? Пустыми. Игроки, болельщики, тренеры. Ли получил целую армию. Зацепки? Кто-то опознал нападающего Брэда Дэвиса. Вот снимок. Ну это арка, я ее где-то видел. Это же арка Вашингтона. Только где это находится, блин? Я не помню, где это находится. А, тут рядом. Они как стая волков. Чем дольше это продлится, тем больше вероятность жертв. Ну так чё сидишь-то, да атакуй! Ты меня не достань! Я же не видишь! Я тебя убью! Тихо, лежи лучше. Не надо никого убивать. А я чё залип? Еще раз, сколько игроков в составе? Никто не отвечает. Чё-то странное задание. Ты такое же чудовище! Скажи! Полиция вообще бессильна. Там громилы какие-то. У вашей команды столько фанатов. Я же
Ай! Никто тебя не освободил, ты с ума сошел. Оу, тихо. Да, хорош! Да ё-моё! Обалдеть, их много! Блин, я думал, он бочку взял. Ой, он сдохнет! Если бы они так на стадионе играли! Так это ж болельщики. Блин, я их тут утопил всех. Да ты драл, уйди от меня. Это было жестоко. Неужели все? Ау! Это безумие. О, я сошел. Отлично, она вылезла. Ты не первый, с кем это случилось. Ух, у меня нога болела. Мы уже обследовали остальных. Никаких последствий. Спасибо. Даже не знаю, чем тебе оплатить. Выиграйте у диких кошек в субботу, и мы квиты. Вот это команда. Дикие кошки. Отлично. Все пропавшие студенты найдены. Ура! Да, я тоже. Хоть теперь все вернется в норму. Как же я устал. И не говори, дружище. Так, пошли очки навыков потратим на два теперь. Целых два. Так, вот это можем, да? Находясь в воздухе или отскочив от врага, нажмите Т, потом пробел, чтобы нанести мощный удар по земле. Это что значит? Ой, понятно. Ну, это хорошая штука, кстати, вот это. Но, увы, пока нам не надо. Так, костюмы. Я могу костюм взять, да? Что там, болельщик какой-нибудь? Ууу, а что он такой блестящий? Что он так сверкает? Костюм, паучья броня, МК-4. А, МК, это Тони Старка что-то, да? Ну, это жетон бас надо. Он прикольный. Этот могу купить, но он странный тоже какой-то. Это не могу купить. А чё? Блин. Это как будто он бегает. Просто быстро бегает. А здесь чё? Что это? Автоматическое лечение с помощью концентрации при малом зап... О-о-о-о. Ну, в принципе, я сам могу. Не буду покупать. Зачем мне это надо? Так, гаджеты. Могу что-нибудь прокачать? О! Это что такое? Это шарики, да? Паучья бомба. Это я возьму. Мне нужна. О, нормально. Вообще улучшили. Это радиус большой или что? Да, это радиус повышенный, наверное. Так, это что такое? Это электрооглушающая волна. Я этим, кстати, не пользовался. А это жетон на баз нужно. А базы я только что потратил, что ли? Блин, ладно. Эх, а это что такое? Это можно прокачать? Это можно прокачать, смотри-ка еще, давай-ка. А это уже нельзя, нужны жетоны преступлений. Блин, а здесь? Тоже преступлений нужны. 4 штуки, обалдеть, что так много там требует? Что? А, ну все, это нельзя прокачать. Ну и ладно. Так, все, мы по дороге, поедем туда, просто идем и все. Даже можно переместиться, в принципе, какая разница. Там что-то... Пир... А, ну погнали. Нет, ничего, по дороге все равно. Просто выполним и все. Сейчас, секундочку.
Кстати, красивый вид очень. Погоди. Погоди, очень красиво. Мне что-то нравится. Пусть Старк уйдет. Но, кстати, очень странно находится вот в таком положении. Мышка, уйди. Вот, вот так. Бедствие в японском квартале, прием. Так, мне вон туда надо, вниз. Я просто, типа, все равно же мало кто смотрит. В принципе, это не оправдание, но да ладно. Я вообще не уверен, что Человек-паука мне кто-то будет смотреть до конца вот этой серии уже. Хотя, мало ли, вдруг я там стану дико популярным. Питер! Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с Энджей? Ну... Непонятно, да. Она... Сказала, типа, потом позвоню. Потом, может быть. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Ты что, думал, что ни у кого не было трудных времен? Честен с ней. Она знает о тебе все? Эй, даже больше, чем ты. Хочу послушать. Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Питер? Ну, ты сказал честно быть, я побежал честным становиться. Это задание было такое? Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. Юрок, Юрок. Так, Юрок, сейчас я приду быстро. Ну, кстати, как сказать, быстро. У меня тут по дороге задание есть. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Блин, как они вообще добрались до него? Лита нету. Или он выбрался? Со всеми еще этими зверушками различными. А, кстати, геймдизайн грамотный сейчас был. Типа вот эти проулочки, они специально делаются в играх. Чтобы человек получал удовольствие от того, что он нашел такой секретный проход. Быстрый. То, что надо. Так, где тут еще... Нам вот сюда. Это драка, это рядом драка будет. Давай сюда. Закрой пасть, ты. Наземные отряды. Мило. Дайте отчет о ситуации в Turtle Bay. Контроль. Где? А, он под. Куда ты? Как тут здесь переодевался вообще? Чё за бред? Чуть не забыл, что купил тёте Мэй снежный шар. Это она передала мне любовь к городу. Ну вот, теперь, короче. Можешь подарить. Ты уж посеял. Я тебе его нашел. Иди дари. Так, у меня тут еще один голубь, еще какие-то блинети. А, ну... Кстати, преступление надо взять. У меня там нужно 4 штуки, по-моему. Да-да-да-да-да-да, рассчитывайте.
что происходит. Блин, опять эта фигня, драка. У меня проблемы с Sobel International, но когда они дерутся с демонами, мы на одной стороне. Это не то! Все парни из Соболя меня не любят. Представьте, как я не люблю вас. А теперь дискать. Это что? О. Дискотека. Блин, эти чуваки просто ходят вокруг и все. Меня кто-то попадает, что ли? Одним ударом просто троих вырубил сейчас. Где базука? А, вон она. Он упал. А почему он упал? О! Все, ребят, все, разобрались. Демоны все наглее. Да, да, конечно. Не было. Зато было весело. Что там Соболь, где она? Давайте мы подеремся, это испытание. В принципе, бегать никуда не надо. Надеюсь. Где объект-то? Вон то что-то. Где-то. Сейчас, ладно. Он искажен. Надо с ним полегче. Кто? Простите, простите. Все? О, ты еще кто-то. Я вызову скорую. Надеюсь, ему помогут. А здесь что происходит? Интересно, а король печала получил свои силы после укуса радиоактивной пантеры? Так, он это силен. Наверху что? А, все равно больно, наверное. Ага. Ай! Откуда вас столько тут? А те что стоят? You very last? Чё? Это всё? Демонам пора в какой-нибудь отпуск. Они засада. Очень уж напряжены. Так, а тут что было? А тут голубь остался. Окей. Но скоро, короче, уже не будет никаких заданий. Так-то. Ух. Выполнить, конечно, это все прям... Так, это, надеюсь, не на скрытность. Нужно остановить этих наемников. А чё они не атакуют-то? Отлично. А ты чё замахиваешься на меня? Уйди. Блин, задрали. Так, еще кто-то бежит. Я их даже не видел здесь. Они всегда тут были? Куда ты пошел? Иди сюда. Охренеть, толпунг рубит. Понимаю, я специально так сделал, да, как будто. Все? Идеал был близко. О, второй, ни хрена. Да, близко, кстати, было. Всего 7 тысяч не хватило. Так, закрой дверь.
Так, это пройдено. Дальше что? Птичку поймать надо. Птичку. Блин, как она высоко-то. метров. А что он там делает? Как ее должен ловить вообще? Голубь Говарда. Он утирает. И, по-моему, я лечу быстрее, чем он. Ой, блин. Иди сюда. Там был 20 метров. Почему не поймал он? Ладно. 20 метров было. Давай я сюда схожу еще. И там осталось чуть-чуть пофоткать. Был звонок от Дока. Все ли в порядке? Ни хрена. Я лишь хотел отметить этот момент, да. Я закрываю одну главу своей жизни, чтобы начать новую. Без тебя я бы этого не добился. Надеюсь, этот новый этап лишь укрепит наше партнерство и нашу дружбу. Все нормально. Только ты там не убивай никого. Нашей работы. За будущее. Ха. В его словах нет обычной паранойи. Он полон оптимизма. Надеюсь, это добрая весть. Нам всем это нужно. Да, добрая. Знаем мы всю эту добрую весть. Где? Блин, там опять за эти. Он наверху, вон рюкзак вижу, все, ладно. Нифига, ну тут да, не заметишь эту фигню. Это оценки? Как и не послал резюме в ту кофейню. Кофейня. В лаборатории. Чего, блин? Кофейни больше получается, чем лаборатории. О, клёвый снимок. Да, снимок тот еще. Так, как далеко идти-то? А, тут очень ерунда-то осталась. Надо вот эти взять еще, сфоткать, чтобы они все равно рядом находятся с заданием. Здесь прям можно разгоняться прям дико. Всем постам, вооруженное ограбление, ответьте. Где? Тут на знаке написано: мы оставляем за собой право не обслуживать преступников. Ну это все, это конец, да? После прикольно получилось. Все мелкие сошки вылезли из своих нор. Проваливай с линии огня, человек-паук. Я написал. Он же просто шел. Он же просто мимо шел. Че он на меня агриться-то начал? Красота. Нет, не то сделал. Я? Последняя игра, на которую меня водил дядя Бен. Хочу поставить в рамку. Мне бы сейчас его совет. Торчерсы какие-то. С кем? А, Нью-Йорк против Лос-Анджелеса. Окей. Сколько времени? 58. Удачно заглянул так в это место. Дыхание дьявола пропало. Но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай. Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. Офигенно. В порядке. Дома по режиму, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о-о.
Да, сейчас. А, не, не quit time. Так он сдохнет так. Там чувак сдох по-любому. Куча зэков, ну ладно. Займусь. Ты дурак. Сам подошел. Пока. Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Это прям очень плохо. Камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Почти попал. Блин, он стрелять что ли не умеет, что с ним? Он, блин, жилет даже одел. О, попал. Отлично. Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Натуре, блин. Я даже не подумал сначала об этом. Так, ребят, погодите. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Понятие. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держите. Удобная штука, кстати. Вот это вот. В смысле, он стрелять привязанным? А, нет. Уже иду. Эй, это сестер Хэнсон! Эй! Я убил Джейка! Джейка. Кто-то застрял внезапно. За этой дверью. Бейте его кто-нибудь на землю! Зачем? Я ж оттуда... Здорово, иди. Где все наши? И чё? На меня тут напали! Да и просто покататься хотят. У, громила, это пик, что ли? Помоги там, а я пока что займусь электричеством. Да, уже иду. Эй, вертухай, выходи! Да стреляй! Надо уложить их всех. Он так смотрел на мой пах. Тебе... Не дай мне запугать себя. Ну это легко, они же никчемные. Где он? Берегись! Хуже и быть не может. Конечно же может. Ты сдох? Блин, какой настырный, обалдеть. Снайперы где-то. Смотрите себе под ноги. Отлично, их осталось мало. Мгновенное убийство. Еще парочка. Нифига он эти щупальцы убрал, пока летел. Угоняет вертолет. Серьезно? А не водить убить вертолеты? Это как я сделал сейчас? Блин, я водой брызнул в глаз. Кто-то вдохнет сейчас. В смысле, ты их не поймал? Ваши права и страховку! Почему все умеют летать на вертолете? Почему? Нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется.
Да. По-моему, все плохо. Если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Вытащи! Но она должна быть в порядке, иначе это странно будет. Да, все хорошо. Порядок? Да. Уходи. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Что у тебя с рожей? Кажется, нас отпустили досрочно. А это такие? Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял, давайте обсудим. Давайте это обсудим. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Блин, на стуле куда они лезут? Что у них за эти фиксаторы спины или что это? Да, пощады выждать. Обалдеть. Делать не больше нечего, твоя пощады ждать. Звучит жутковато. Привет, вам назорог! Блин, это все, это беда. О чем это он? Что происходит? Что, в смысле? Запрыгни! Что происходит? А что-то сломал? Серьезно? Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил туда же посмотреть. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Почему у них не отобрали костюмы? Или хотя бы не отнесли в другое место? Чтобы они если сбежали, то не смогли бы ничего сделать. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за электро. Так, здесь нужен электрошок. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Чё не так-то? Надо его остановить! Тебе меня не остановить! Но твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! А где он? А, вон он. Почему никто никогда не соглашается? Ух, блин, эпично, конечно. Попался. Стервятник? Давно не виделись. А, это стервятник, это не гоблин. Прости, нет времени. А, я должен был управлять, что ли? Я думал, это какая-то катсцена.
Блин. Так, камера наблюдения снова работает. Да блин! Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Лео, контр-В, уклони в сторону. Пять твоих злейших врагов. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Да, уже. Нет времени. Переход от катсцены был вообще просто какой-то неочевидный. Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают пять твоих злейших врагов. Почему? Тут ничего нету. Как это залетать, все не хватает ни за что. Пора. Кое-кто из них отправился в город. Где он? Бред какой. А, вон там он. Да что ж такое-то? Беги, беги, вечеринка скоро кончится. У. Он не бежит. А, вот побежал. Как тебе мой новый костюм? Блестящий. А какой старый где был? Ты его взял? Только для членов клуба. О, блин. Ну тут почти без танцев, мне кажется. Он сказал не убивать его. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Но против всех он не может править так-то. Ты чё? Октавиус. Одно предупреждение. Не стой у нас на пути. А, это он их вытащил против всех? У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Это они, конечно, глупо сделали, то что оставили его живых. Это прямо очень глупо. Вон он! Вторая фаза пройдена, походу. Сестелька по походу думата. Зайчик. Столько лет, столько лжи. Ну все, Норман.
Они узнают правду. Какую? То, что ты разрабатывал вот эту штуку? Ай! Блин, что-то... А это яд прям какой-то? Что это такое вообще? Он полгорода сейчас так убьет. Если не говорят, что это неизлечимо. Ой, не говорили, это типа очень опасно. Это, наверное, неизлечимо. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти. Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. Блин, это прям... Мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. О, ну конечно. Нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Аскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр вот говнюк. Настаивает на том, что в Аскорб также в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Вот говнюк, смотри, что подставил. Да ну нафиг, откуда он... А, у него, ладно, кровь пошла с этого. Да это надо какую силу какую сжать, чтобы он разбился. Я не думаю, что каждый ему может это... Какой-нибудь мэр вряд ли это может сделать. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Жуть какая. 4000 дали. Обалдеть, круто. Так, что там по костюмам? Что это? Паучья душа. Ладно, ладно. А где это? Откуда они взяли такие костюмы некоторые? Мне кажется, их не было никогда. Это мини куплен, да? Что-то новое есть. Так, а что по навыкам? О, два. Это можно прокачать. Да. И тогда вот это тоже можно будет прокачать. Тут уже смотреть ничего нечего. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. Типа... Испытки. Освобождать надо их? Теперь против Соболя? Я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Ладно. И предлагаю вы сюда направиться. Ну, потому что, типа, что тут? Больше ничего нету. Четырнадцать костей. Ну это прям, знаете, как Бэтмен Аркэм Кнайт. Повсюду враги, кстати, да. Жить тут, походу, вообще теперь тяжело стало.
Юрий, я наткнулся на беглецов с острова. Они построили крепость, и она намного прочнее тех, что я строил из подушек. Я уже выслала отряд, но преступников оказалось слишком много. Где снайпер-то? Нам сейчас не можем выслать подкрепление. Тебе повезло, у тебя есть паук-крепление. Неплохо. Блин, да? Тут снайперы повсюду. Надо будет вставить в рекламу. Блин, снайперов до хрена-то. Нифига, молотов швыряют. Блин, они даже не переоделись, офигеть. Бей его! Да ладно, я за стеной был, ты чего? Одна пуля в башку и все. Ты уже улетел, одна пуля, блин. Ай. Не обратил внимания. Я не убиваю никого. Тихо, лежать. Ай. Да лежать, говорю. Вот побежал, стой. Тут без вариантов. Он гребаный акробат. Пока. Где базука? Потому что я сильней. Для тебя все кончено. Не дайте запугать себя. Так вы сами боитесь даже. Я ничего не приделал. Ни хрена у ворот. А где А, вот третья атака, все вижу. Ну да, я могу и без сна обойтись. Ай! А как оно так? Как-то он так это не взорвалась об него. Чувак прилег просто так. И пока. Да не того, ладно. Атака 4. Знаете, как-то мне неловко, что я тут один не в оранжевом. Да, почему они не переоделись, кстати? И это большой вопрос. Человек-паук. Жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Хотят захватить квартал. На улицах без заложников. Нам с ними будет проще справиться. Я разберусь. До связи. Хрена хп восстановилось. Почему? Укрытие! Соберитесь! Он с таким звуком бьется! Осторожно! Пока! Ох, как вовремя ушел! Он в воздухе, сбейте его! Один! Я забыл кнопку! Не дайте запугать себя! Теперь это наш город! Если на горке стало мало, соберите воздух! Один вы! Бейте его кто-нибудь на землю! Ну да, это я умею. Слушай, я ж не оружием стреляю. Придется взять ваш штраф за неявку. Блин, как их много-то здесь. Ой, ну ладно, поваляйся. Блин, ну то им делать нефиг-то. Чемпион. Ай! Да вы зачем? У меня такой был крутой опыт. Оу, вот тебя-то я и ждал. Ай. Пока. Блин, надо было того бить. Это последний? Где-то базука летала у меня. Где он?
Оу, вы что здесь делаете-то? Пока! Ой, красиво закончил-то. Выкинул просто с крыши. Он долетел до земли. Осада замка Манхэттен завершена, миледи. Спасибо. Я вышлю автобусы, чтобы этих парней вернули домой. И больше никогда не называй меня миледи. Почему? Тебя что не устраивает-то? А что она красный-то осталась? Паук, у нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все... Сегодня, не сегодня уже не сегодня. У нас это по времени не очень уже осталось-то. 4 минутки, то есть не сегодня точно. Что вот это что такое? Блокпост Соболя. 70% кампании пройдено, кстати. Тут вот написано, оказывается. Может сюда сгонять, вот это сделать пока? Ну просто, чтобы все эти, для красоты, чтобы вся карта была заполнена. А, там уже... Паук, у нас тут объявились тяжеловесы с плота. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь, срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Нет, двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу уже... честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала. Да, вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Ну... Чё? Кто с ней? Полицейские под обстрелом. Срочно требуется подкрепление. Нужна поддержка в Йорквилле. Что это было сейчас? Все вышки. Да. Ой, как тут много всего. А вон кошка, можно ее выполнить. Это последняя тоже будет. Аж и кошечку сделаем. Да почему мне сразу стрелять начинает откуда-то? Как они меня видят? Они только смотришь или в небо, где паук? Работают. Ага. Может, так мы сделаем город чуть безопаснее. Любая помощь к месту. Думаешь, справимся, Юри? Кто знает. Но я еще не готова сдаваться. И я нет. Так, еще теперь... одно место, и мне хватит данных, чтобы найти черную кошку. По грубым подсчетам, она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. Тут что-то мигает. А, ну нет, вряд ли. Мы видим ее плакат хоть? Вот он, вот здесь где-то. Текс. Черт. В этой галерее выставлен янтарный тигр. Он один так стоит и... миллион. Надо прогнать мой алгоритм и найти Фелицию. Где вот она? Вот убежище. Надо поймать ее, пока она в городе. 1700. А с ней драться придется? Это она? Побочное задание. Блин, там далеко. Поэтому не пойдем пока что. Чего мне не хватает? У меня баз нету, да? Ой, блин. О! Давайте я ее куплю, чтобы у меня все были просто. О, могу улучшить. И это могу улучшить. А это уже не могу. Ну ладно. Тоже неплохо. И это могу улучшить. Но может сначала что-то другое? Да, вот это.
О, зашибись. Почти идеально. Я так все прокачаю вообще. Что здесь? А, тут жетоны преступления уже нужны. Эх, жалко. Ладно. А, нет, еще не ладно. Или, а, нет, ладно, у меня там было какие-то сколько-то записано. Но, в принципе, ладно, сейчас. Давайте вот преступление выполню, там машинка едет. Я весь день пытаюсь дозвониться до тебя, ты в порядке? Нифига себе. В смысле, я Соболь бью? Зачем я их бью? Это за то, что они пристрастием кого-то допрашивают? Не понял. Ну ладно. Все, ну на этом точно мы закончим сегодня уже. Сохраняем. Да, вручную. И сколько процентов это? 70. 70. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.